Посмотрим, как ведет себя фосфор в кислороде. Для этого поместим в ложечку для сжигания красный фосфор, порошок красного цвета. Точка воспламенения красного фосфора превышает 400 градусов по Цельсию. Поэтому реакция требует предварительного нагревания. Загоревшийся фосфор на воздухе помещается в колбу с кислородом. Очень хорошо видна разница в горении фосфора на воздухе и в кислороде. Несмотря на то, что признаком реакции является выделение густого белого дыма, мы видим яркое свечение колбы. Густой белый дым – это оксид фосфора 5, формула которого P4O10, или, что проще, P2O5. После прекращения реакции оксид фосфора остывает и оседает на стенках колбы. Вот так выглядит та же самая колба спустя полчаса после проведения реакции.